Всем привет! С вами Анюта, и это видео «20 фактов обо мне». Я решила его снять, чтобы вы побольше узнали. Так что поехали! Факт номер один. Я очень люблю бананы. Я в день съедаю 3-4 штуки. Ну как можно не любить бананы? Второе. Рыжий цвет мой натуральный. Третье. Я высокая, и мой рост 1,75 м. Четвертое. Мое хобби – моя работа. Я фотограф. Пятое. По мне не скажешь, но я очень много ем. Я никогда не сидела на диетах и позволяла себе все, что я захочу. Шестое. Я закончила музыкальную школу по классу фортепиано. Седьмое. Я люблю розовый цвет. Восьмое. Я очень суеверная. Девятое. Возможно, это звучит странно, но я не люблю слушать музыку. Десятое. Обожаю животных и природу. Обожаю находиться на природе, рассматривать все цветочки, деревья. Люблю гладить животных, люблю, чтобы у меня дома были животные. Природа и животные – это наше все. Десятое. Я зависима от Инстаграма. Я засыпаю с Инстаграмом, и я просыпаюсь с Инстаграмом. Двенадцатое. Терпеть не могу подхалимов. Тринадцатое. Я пью очень много чая. Это все взаимосвязано вместе с бананами. Я ем банан, я пью чай, я пью чай, я ем банан. 14. Я очень сильно боюсь водить машину. 15. Страна, которую я безумно хочу посетить, это Япония. 16. Обожаю тишину. 17. Не люблю мясо за его вкус. 18. Ставлю будильник за час до того, как нужно проснуться. Это восхитительное чувство, когда ты смотришь на часы и понимаешь, что тебе еще можно поспать целый час. О, кайф. 19. Я родилась и выросла в Сибири. 20. Я очень брезгливая, и я не ем супы чужого приготовления. То есть я могу есть свой суп, который я приготовила, я могу есть суп, который приготовила мама, но не кто-то другой. Ну вот и все, это были 20 фактов обо мне, и спасибо, что посмотрели это видео. Также не забудьте поставить пальчики вверх и подписаться на мой канал, если вам интересно. Напишите в комментариях, какие видео вы хотите видеть от меня и о своих странных фактах. Пока!